Комиссия выборщиков в горсовете отсеяла кандидатуры троих претендентов на должность главы Красноярска. Такое решение принято сегодня на заседании, которое прошло в закрытом режиме. В заявке одного из кандидатов обнаружили неверно заполненную форму сведений о доходах. И еще двое предоставили неполный пакет документов. В итоге выборную гонку продолжит 10 претендентов. Очередной этап конкурса состоится 11 октября, когда комиссия будет проводить собеседование. Выборщики должны будут собрать не менее двух кандидатов, один из которых в результате голосования на сессии горсовета займет пост главы города на следующие 5 лет.